Как это для чего делается вначале? Вот скрестный гард, здесь закрыли, это закрытый гард называется. Здесь у вас достаточно сильные мышцы должны быть, приводящие. То, что вы сейчас, кстати, отрабатывали вот эти вот мышцы, они у вас работали. Здесь закрыли, здесь это удушение идет таким вот образом, пальцы вверх. Здесь пальцы вверх. То есть мы подтянули. Противник, чтобы его не задушили. Вот он, противник или противница, не будет, естественно, в таком положении находиться, потому что я здесь ее легко задушу. Угу. Я даже могу вот так косу взять и так задушить. Поэтому она будет стремиться выпрямляться. Здесь ей будет удобнее какие-то, может быть, удары наносить, как-то контролировать позицию, да, вот таким образом. Поэтому я буду стремиться за счет ног сломать осанку. Вот сюда подтянуть ее. За счет ног, не за счет рук, потому что руки у меня все равно слабее, чем ноги. Угу. Я много сил буду тратить на это. Я буду выпрямлять ножки и на себя подтаскивать сюда. Вот таким вот образом. И здесь уже буду ручки туда. Оп, отсюда. И удушение пошло. А теперь покажите, как без противника, как на физику работать. То, что вы до этого показали. А? Все то же самое. Оп, подтянули здесь. А руки меняем каждый раз, да? Да, давайте менять каждый раз будем, чтобы веселее было. Спасибо, раз. Понятно. Все, начинаем. Спасибо. Отлично. 30 раз. Да, ноги выпрямляем вверх. Ручки выпрямляем вверх. Подтягиваем ручки к себе. Подтягиваем ноги к себе. Да, хорошо. Ноги крестим ноги, перекрещиваем и подтягиваем. Вот так, да. И руки скрещенные подтягиваем к себе. Да, Стас, вытягивай, молодец. Сжимаем пальцы. Прижали. Локти к себе, да, прижимаем. Все с напряжением делайте, ребят, девушки, с напряжением. Не просто бросаем ноги. Ноги перекрещиваем. Соответственно, здесь вот вдох. Денис, ноги высоко выноси, вообще максимально, да, самый верх. Держись, дорогой, молодец. Ты хорошо делаешь, видишь, поэтому забиваешься. А потом с пацанами в пару встанешь, уже будет понятно. Вы делаете ложь, вы просто сгинаетесь, и все. А вы должны коленки к себе подтянуть. Во, я про это и говорю. Я чувствую, сегодняшняя тренировка круче семинара будет. Так интересно сегодня. Завтра все, кто посмотрит, скажет, да, там было интереснее у девушек. И поджимаемся. Девочка от нас уехала, Даша занималась с нами. Это сестра их двоюродная, троюродная. Вообще такая реальная спортсменка, но живет там в Башкирии, в другом городе. Она там по аэробике, кандидат мастера или кто-то там, да, девушка? Ну, по аэробике. Я по спортивной аэробике. Я ей предложил один день потренироваться со мной в пятницу. 20 часа мы позвоним. Слушай, она через 2 часа делала то, что люди у меня месяца 3 занимаются. И я говорю, слушай, ты никогда не занималась борьбой? Нет, говорю, я там боксирую немножко у себя в городе с ребятами. Вообще просто ребенок, вот что залили, выдала еще больше. И вот Влада тоже, вот ее сестрица, потом я их пригласил, они у меня вот позанимались. Жалко, что они девушки. Слушай, девушки так развиваются, пацанов никак не раскачают, да. Девчонки. Колени. Не просто согнуть ноги, а колени подтянуть к себе. Влада, сделай 30 раз. Молодец.